О, у людей наконец-то что-то происходит. Да нет, это опять рассказчик нагитает. На самом деле там гедонизм и процветание. Чу, плети, не плети. Пока до узелков судьбы дойдут, помрут от заразы какой-нибудь. Так смерти тоже мы плетаем. Просто меньше чихать на паутину надо, сестричка. Мы сидим в долбанной пещере. У меня аллергия на сырость. Ну тихо, тихо. У меня идея. Раз смертные слишком смертные, давайте писать судьбу бессмертным. Такого еще не было. Наступали темные времена. Темные, темные. Темнее некуда. Самые темные. Разразился спор между богами. Лютый, прям ух какой. И решили боги. Ага, прям решили, прям сами. Так, девочки, вы либо не мешайте, либо сами рассказывайте. Ой, да пожалуйста, справимся. А вам, мужчины, только погоду анонсировать с вашими нервами. Тьфу. Короче, боги поспорили, кто круче, и решили выяснить отношения. Не, не так. Тоже не то. Сойдет. Серьезно? Увидим. Значит так. Я из вас самый крутой и точка! Это еще почему? Кому нужна война, когда есть любовь? Дорогая, мы в Древней Греции. Любовь здесь носит, ну, чисто, технический характер. Зато война. Война, она чистого сердца, она настоящая. Как и смерть. И вообще, я властитель подземного царства. Тоже мне радость. Все страдают, стонут, собаки трехголовые бегают. Да что ты понимаешь? Я вообще круче Зевса. Он свою полоску крылатую сам водит, а у меня гондольер есть. Так он же платный. Вот, кстати. А ты-то чем отличился? Я? Ну, я хмель придумал. Отличная штука. В зависимости от употребления может привести и к любви, и к войне, и к смерти. Мы так ничего не решим. Пусть каждый из нас покажет свои крутости через смертных. У-у-у, для этого нужно вдохновение. Этого у нас хоть отбавляй. Ну что, дорогие музы? И музык. И музык. Кажется, пришел час помочь нашим богам. Вдохновение в жаре, чтобы Бог нас был велик. Святые поля для Ареса, микробезвелья и Алису. Аппетиты ночью и Атаида смерть кровит.
продолжение этой сценки вы сможете посмотреть во втором блоке.